В Белгороде наградили победителей регионального конкурса «Наша гордость». Его провели уже в четвертый раз. Главная цель – выявить достижения жителей области и рассказать о них остальным. Это по-настоящему народная награда. Ведь именно белгородцы решают, чьи поступки заслуживают быть отмеченными. Сами номинируют и определяют победителей. Лучших поздравил губернатор Вячеслав Гладков. Вы, наверное, извините, но скажу, как думаю. Вот действительно соль земли. Потому что можно говорить о разных вещах, придумать какие-то разные эпитеты. Но если не будет инициативы неформальной, когда делаются по указке, а то, что вот хочется, то, что сидит внутри человека, то, что хочется от души. Когда душа поет, и то, что ты делаешь, от этого человек сам получает удовольствие, удовлетворение, радость и делает счастливыми тех, кто находится рядом. Давайте подумаем, на следующий год увеличим в 2 раза призовой фонд. Предлагаю увеличить количество номинаций. В этом году на участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок – более 1000. Всего 17 номинаций – от культуры и науки до патриотического воспитания и добровольчества.